А что у нас сегодня? Я не прочитала. Декоративный френч. Вообще не в теме. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, красотка. Ой, спасибо. Что за помада? А что? А что? Что-то я такой не знаю. Здравствуйте, сережки шик. Благодарю. Привет из Киева. Киев, привет, девчонки. Добрый вечер. Добрый-добрый. Сегодня будет реально все по-быстрому. Да, потому что Собственно, мне так всё по-быстрому. Ребенку надо заниматься, да. Быстро, качественно. Тавитова, привет, только что рассматривала новые сережки и колечко. Колечко не надела, потому что, ну, извините. Связь прервалась. Да. Олечка, привет. Всем привет. Мы так смеялись, я вчера не могла сказать в школе слово «окулист». Я серьезно с Дарьей Анатольевной такая «алука». Я раза четыре пыталась повторить. Пишет, кольцо от набора тоже супер. Да. Спасибо. Ну что, мы там собрались? Так, форму поставили, базу нанесли. Мало, у нас всего 81 человек. Нормально. Да, очки от зрения. Форму поставили, форма, как всегда, без подрезания. Собственно, как всегда. Где ногти твои? Сняла. Почему сняла? Останется. Потому что мне сейчас курс очень интересный. Я сейчас записалась на курсы. Потом покажу, куда я записалась. Мам. Вот, мне ногти будут мешать. Добрый вечер, Сашенька, и верная подопытная доченька. Здравствуйте. Вот, потом покажу, куда я пошла учиться. Это не ногти. Вот, ну, душа требует, что... Тавитова, Ксюха, это потому, что ты ногти жрёшь, поэтому слова не выговариваешь. Да неправда! Так, ручонки давай, пожалуйста. Знаешь, после чего сегодня плакать чуть не начала? Почему? Мне сказали друзья, типа, а ты представь 100 баллов по ЕГЭ по литературе, и тут мне аж плохо стало. Почему? Ну, это невозможно. Ничего нет невозможного. Для человека с интеллектом, знаете ли. Ну, я лошара. Так, ну что, работаем фастом. Цвет у меня с собой здесь дома 2. Когда ты на Украину приедешь, хотят на инструкторский? А я инструкторский тоже провожу только в Ростове, девчонки. Я с инструкторскими не езжу, потому что инструктор будет только один на город. И что еще? Нет, форма не новая. Те же самые Моцартхаус. Моцартхаус, как всегда. Что я хотела сказать? А, он 6-дневный курс. То есть проводить для одного человека 6-дневный курс, ну, крайне как-то непонятно, да? Поэтому только ко мне в Ростов. Курс практически индивидуальный всегда, инструкторский, так что, пожалуйста. Вот, а на Украине, где я буду? Я буду в Донецке, но такая же уже Украина не является, но это будет ближайшее место, где я буду. Так, ну что? Немало я взяла? Давай. Выкладываю палочкой. Гель-фаст. Пишет, если наберется большая группа. Где? Ну, это спрашивает та же девочка, которая про инструкторский спрашивала. Что, и все инструктора, и все с разных городов, но так же не бывает. И все в Донецк. Ну, и где-то все на Украине. Нет, конечно, так не бывает. Я не хочу плодить инструкторов. Ой, ради того, чтобы плодить. Нет, это человек, который должен сидеть в своем городе, в который я буду отправлять учеников. Вот. Человек должен там работать спокойно, без нервов абсолютно, потому что работа творческая. По поводу инструкторского писать личные сообщения. Да, это пробовала на клапан акрилатики? Нет, еще только Танюшка у нас их пока получила. Золотухина. Тавитова пишет плодоножка. Почему? Не знаю. Вот, делаем быстро. Все палочка, девчонки, работаю палочкой. Это фаст. Это фаст гель, да. Работать им одно удовольствие. Ничего не течет. Ничего не печет. Да, дочь? Да, мать. Потому что она очень боится горячих гелей. Прям у нее паника. Потом все болит. Ну, короче, все как всегда. Не прилипает к палочке? Абсолютно. Вот вы сейчас видели на ваших глазах. Это второй. Это второй номер. Так, тут какая-то дырочка.
Если есть дырочка, сразу ее прокалывайте. Не пишут, надо в Украине есть такой гель? Нет, девчонки, не слышала, что там фаст был. Твит, оплодить инструкторов, чтобы плодить, поэтому плодоножка. Нет, никого я не плодю. Вот, ответственно подхожу к этому вопросу. Нет, это не акрилатик. И поэтому у нас нет никогда конфликтов и скандалов в группе. То есть никому ничего не обидно. То есть все нормально, все по-честному. Фас похож на полигели? Нет, девчонки, не похож. Немножечко... Он не гель. Ну, вот это я не могу сказать. Это ближе все-таки к акрилу, скажем так. Влад, тут тебе сердечки послал. Ой, спасибо, милый. Слушай. Так серьезно? Почему? Так, ой, спасибо, милый. Ну, а как? Ой, смотри, какой. Спасибо. Я там сейчас увидела, Гришаткина по экрану бьет, а сердца красные, да? Это ее любимый цвет, да? Я сейчас била по экрану. Не знаю, кто это. Тут же не видно, кто это. Но сохнет в лампе. Да, покажи мне сейчас еще раз. Только что она была. Мы высылаем в Германию, высылаем. Да, за границей мы работаем. Запах какой? Приятный, кстати, запах, я хочу сказать. Влад написал, какая красивая. Спасибо, дорогой. Дай понюхать. Пахнет не гелем. Он пахнет, но не неприятно. Ой, вот Гришаткина. Угу. Любимая она. Пишу, скоро к нам в Баку, кажется, приедете, жду. Нет, девчонки, курс отменили. Да? Да, курс в Баку мы отменили. Я с организатором поговорила. Вот, поэтому жду вас к нам на родину. Юля, привет. Поздоровайся. Юлька? Да. Здравствуйте. Сережки отпад. Нет, на Украину мы не рискнем высылать. С Украины возвращаются посылки, девчата. А это, понимаете, мало того, что мы товар обратно не получаем, а и вы его не получаете. И нам приходится возвращать деньги, а товара мы не видим. То есть такой риск вообще, ну, как бы, неоправданный. А почему? Почему это? Я просто не поняла, к чему вопрос. Потеряла немножко связь. Так, берем прозрачку. Витражи у меня дома немного. Синий, красный и зеленый. Что-то я как-то это... Как-то ента? Как-то... Ты сейчас слышала это? Да. Ты дверь замкнула? Да. Мама, это что было? Не знаю. Пишет, скажи, передавай привет от Лены. Покажи мне аватарку. А уже пропала. Почему в Баку не приедешь? Ну, я не хочу сейчас здесь эту тему поднимать. Ну, те, кто, допустим, да, девчонки из Баку, просто вам скажу одну вещь. У меня мама армянка. И фамилия у меня сейчас армянская. Предпочтительно, какие формы витражей? Фирмы. Фирмы. Наверное, ты просто написал формы, посчитал. Работаю Клио витражами. Цвет и... второй фаст. А. Так, ну поскольку у меня будет три цвета, да, витража, то я три кучки раскладываю. Спрашиваю, вот. Как Данс Легенд работает с Украиной? Без понять. Походу, у них, у них либо свои машины, которые туда ездят. Либо связь какая-то есть. У меня связи нету, потом жаловаться некому. У нас тут прям правда какой-то полтергейст. Ну, как бы, зачем? Что такое? Ну, я не понимаю, что это сейчас было, вот этот вот треск. Походу, там тоже слышали люди. Что это было? Полтергей. Полтергей какой-то. Выходи. Ой, не надо, не выходи. Не надо. Так, ну все, наковыряла здесь, наковыряла. И что, я так обработалась. Ой, я все уже, у меня все уже. Может, обрадовалась? Наверное, обрадовалась. Это 9, да, такое. Так, ну что, кучки мы сделали. Сейчас мне нужно... Кучки мы сделали, что вы ржете? Добавляем краску. Так, сюда пускай будет синенькая, предположим. Прозрачка космопрофи? Да. Пока да. Пишут, ну мы к вам пришлем инструктора нашего, наверное, в Украине написали. Ой, с удовольствием, девчата, точно вот возьму, допустим, это из одного города, да, то... Какой номер камуфляжа в фасте, который сейчас используете? Цвет номер 2. Тавита пишет, кучки наложили. Кучки наложили. Такие жучки красивые. Ой. Гришаткина написала, Клио обещает вернуть витражи в ассортимент. Ура, ура, боже, батюшки. Красный тестила? Что это такое? Это Декстер сейчас был. У своей курицы трепет в комнате. А до этого там было, ты слышала? До этого там было, да.
И побежал со своей курицей. Пусть отвлекает, он изгоняет дьявола. Дай мне руку, пожалуйста, свою. А, можно? Да? Да, вообще-то, как бы, я же жду, думаю, когда она мне ее отдаст. Ничего не растеклось, не расплылось, все четко. Обрадовалась, что вы к нам в Баку приедете. Блин, расстроилась. Ну, девчонки, ну приезжайте ко мне, пожалуйста. Я буду очень рада вас видеть. У нас в продаже есть полигели? Фаст. Фаст-гели. Фаст-гели, продажи. Пишут, девочки, не переживайте, мы готовим отправить инструктора к Александре в Баку. Ой, круто будет вообще, девчонки. Тавитова опять курочку насилует в шмотке. Да, ой, Оля, это вообще это какой-то ужас. Это кошмар, как в комнату не зайду, на моей кровати лежит вот с ней. Причем он ее, знаете ли, на кровать. Да, он на полу ничего с ней не делает. Да. Он, нет, на полу он ее теребит. А прелюбодеяние начинается непосредственно на кровати, не на диване. Уважает свою кровать. За гелями писать мне. Номер телефона свой скажи. Записываем. 8-988-534-1309. Завтра придет материал. Конечно, завтра чувствую, будет кошмар. В чем отличается фаст от полигеля? Плотностью цвета – это раз. Жесткостью выкладки – это два. Вот. И полигель все равно печет, девчонки. 8-988-534-1309. Давидова, прелюбодей, пожалуй. Ну, а что он начинает? Обвожу прям цветными, немножечко усложню задачу, прям цветничками обвожу. Торец должен быть полностью... 13.09, не 23.09. Если не запомнили, напишите мне. Подложку делали. Да, подложка. Только WhatsApp. И база есть. Да, только WhatsApp у нее нету, ни Вайбера. Просто он меня вообще не устраивает как средство связи. Ну, меня не устраивает. Не устраивает меня. Я против. Подсуши, пожалуйста. Ну, Декстер и его курица, это, конечно, отдельная история любви. Чем мы сейчас работаем? Это прозрачный акрилатик. Тоже жгутами такими. Но цвет поярче я сделала, поэтому, соответственно, сушка будет подольше. И что, Александра, это мило, и планирую в августе прислать на инструкторский курс. А, мило, я поняла. Да, все. Присылайте. По цене WhatsApp? По цене? Да. Чего, инструкторского? Да. Да, да, я здесь не буду говорить цифры. Ой, Платонова пришла. Викуля, привет. Вы там, если что, моя дочь просто не всегда понимает, с кем... Я многих не узнаю. Вот кого-то я узнаю, кого-то не узнаю. Читает, поэтому если что-то конкретно хотите мне передать... Мама, какой номер фаста подходит для всех рук? Хочу сказать, не знаю, какой. Девочки, ну вот сказать, чтобы прям для всех, вот универсальный, да, вот, ну мне, вот мне, это мое субъективное мнение, мне очень нравится двойка. Вот прям мне двойка прям нравится. И единица. Вот, это густые. Напишите гели, Александре именно. В личные сообщения. Все, давай, повторите вопросы, там не успела прочитать, пока рассказывали. А то их они еще быстро пропадают, я не запоминаю. Не знаю, почему вот писали, что есть такая тема, что можно пролистывать сообщения. Не знаю, у нас такого нет. И обновлений нет. Походу, это на айфонах либо, не знаю. Не произноси это слово. Здесь Влад. Я правда не знаю, почему. Номер WhatsApp, а в Инстаграме посмотрите у мамы. Да, мой номер телефона есть в шапке в Инстаграме, вы можете посмотреть, написать, я вам... Да я с вами с первой секунды, меня не узнают. Ижевск на Элдом, это кто? Ижевск. Ижевск. Ну, у меня да, Ижевск... жилье рядом есть со салоном. У меня в Ижевске есть инструктор. Под вторым файбером что-то лежит? Под каким файбером? Не знаю, спрашивают про файбер. Нет, у нас файбера никакого. Платонова написала про красивый набор серьги и кольцо. Ой, спасибо, Викуль. Сделала липкую основу. Сейчас. Сколько жилье? Рядом с нами, рядом со студией, находится хостел очень хороший, очень чистый, комфортный. Вот, девчонки. Нельзя пролистать. Девчонки, те, кто там жили, все остались довольными по цене. Ну, вот я не помню, по-моему, что-то. Инструкторский 6 дней. Около 700 рублей что-то он стоил. Подложим. Есть подложка? Подложка, да, обязательно. И вот сейчас я тоже на липкую основу выкладываю слюду. Это на Татьяна чем? Ижевск была. Вот. А, все, ну тогда все поняла. Мой инструктор, Танечка. Я ж не понимаю, я ж не знаю. Танечка, привет, моя дорогая. Блин, какая прикольная, слюдинь. Название хостела? Лайк. Улица Максима Горького. Какая подложка?
Вот такой вот скульптурный прозрачно-голубой гель. Декстер, свали с моей кровати. Декстер, иди сюда быстро. Прям вот. Пришел. Прибили. Из-за чего может подгорать пакет в сухожаре? Прям пакет чернеет. Ну, либо что-то у вас с крафт-пакетами непонятное. Вот, либо где-то идет... Да, в честь сериала. Увеличение, да. А, да, все поняли, да? Да. Да, помните, маньяк был, Декстер? Заказала ваши материалы, назовите подложку, да закажу ее. А у нас ее нет, по-моему, да? Кого? Подложка, вот да, синенькая. Есть? Есть, да. 1750 А у нас ее много? Блин, надо коробки разобрать. Мам, какие коробки? Почему я вообще не в курсе? Блин, коробки стоят. Пишут, вот потому что сухожар новый только купила. Лучше сменить пакеты, да? Попробуйте, да, потому что ну, либо в пакетах дело, либо ваш аппарат набирает больше температуру, чем нужно. Суши. Уже? Суши, да. Вот основа будет такая блестящая, будет прям изнутри такой 3D. Я просто помню, эффект. Как мы думали, как его называть. Помнишь, у нас был вариант еще абсент. Абсент, да. Ну там бы конкретно мы бы спалились. Да. Да, вот. Только 50 миллилитров подложки. Надо посмотреть, может, и в тридцатках есть. Но ничего не обещаем. Да, в пятидесятках точно есть. Так, смотрите, как красиво расплылись витражи. Дай мне камеру. Только мне не показывай. Сейчас. А! Ой. Мама, это что? Такими жгутами они расплылись, такие прям мраморными. Вот сейчас на эту блестящую основу я буду выкладывать этот гель. Женщина, держите. Женщина держит. И все опять будем делать палкой, собственно. Давай, ручку. Пишет, Сашуля, забери меня с собой моделью. Это кто? Елена. Куда? Куда моделью? Праймер не нужен? Зачем? Так я не знаю. У тебя спрашивают. Ну, это я. Елена. А, Лена. Ну, блин, я ж не понимаю. Пишет, моделью? Моделью, возьму моделью. С чем мы смешали витраж? С, как он называется? Акрилатик. Акрилатик прозрачный. А вы не пробовали гель юбки фирмы Ника Нагель? Очень удобен в работе. Нет, не пробовала. Мне нравится этот. Как-то я вот... Кто у нас в Москве инструктор? Прям непосредственно именно в Москве. Ирина Враденко. А, по-моему, в областях еще есть, да? Да. Татьяна Саваш. Елена Маркова. Люблю вас очень, девочки, и Леонида очень. Спасибо. Пишет, ура, успела, перископ не позвал, зараза. Вот, да, есть за ним такой косяк. Ну, начинаю выкладывать. Пишет, ноготь Орликин. Да, он будет смотреться очень красиво. Старайтесь смешать цвета между собой, прям на пальчике его. Видите, какой будет красивый эффект. У меня просто лампы отражаются в экране, поэтому я его на ноготь не вижу. Но я думаю, что там красиво. Это Вороденко сделала газетные ногти, это видео, да, спрашивают. Да. Ой, такие прикольные. Я очень горжусь своими инструкторами. У них вообще не иссякает фантазия. Кто ж там, кому ж я так нужна? Так, сидеть. Если работать без подложки, что будет? Ну, в моем случае без подложки никак. У меня украшение лежит. Вообще, я всегда работаю с подложкой. Это как-то мне надежнее. Здравствуйте. Смотрела сегодня Леню. Он говорил, что вам благодарен за все, и просто он вырос. А мне зачем эта информация? Не понимаю. Дай бог ему здоровья. Пусть работает. Тавитова. Хочу он попробовать этому, тоже такие ногти сделать. Он к этому шел долго. Пусть работает самостоятельно. Надеюсь, я его всему научила. Ну, некоторым вещам, конечно, не учила. Но в профессиональном плане, да. Так, куда еще добавить? Пишет, да незачем, просто я вас очень люблю. Спасибо большое. Так, мы сюда оранжевый добавим. Мне синенький больше всех нравится. Вообще синий люблю.
Ой, я недавно лазила все в телефоне в галерее, нашла те свои синенькие, которые ты мне делала. Ой, ну не ты делала, ученики твои делали. Ну, красивые, капец. Помнишь, которая синяя? Я уже И не помню. которая выкладной френч, по-моему, миндаль был. И там вот как заканчивается ложе, там что-то мне выложили, такое серебристое. Ну, что-то припоминаю. Не могу, вот они мне прям понравились. И опять же, да, можно выложить настолько идеально, чтобы уже ничего не докладывать, то есть все сразу в одну каплю. С высотой на торце, то есть все. Возможно сделать сразу. Переходы получаются очень красивые. Я стараюсь смешивать из цвета в цвет, чтобы такой, знаете, как сильно был такой Останется. мягкий перелив. И он будет абсолютно прозрачный. То есть, если вы видите, да, то что я вам там покажу, что все переливается внутри, говорит о том, что Ой, все мама, блестит. нам нужно, кажется, ставить уже дату онлайн, потому что сейчас опять написали про курс «Сам себе мастер». Да. Это будет что-то. Высота. Отлично. Угу. Давай, суши. Сусу. Прям так поглубже клади в лампу. Эти гели, кстати, хочу сказать, то, что касается акрилатиков и фаст, они не застывают при открытых банках. То есть вы можете оставить кисю-мисю. В Калининграде есть инструктор? Нет, в Калининграде еще нет. Очень жаль. Как-то почему-то мне этот город очень импонирует. И никак вот почему-то вот спрашивали девочки, мастера. Но вот все никак не сложится. Сушим примерно 20-25 секунд, потому что мы прозрачку разбавили с цветом. Вот, то есть заставили материал. Ну, это еще в нашей лампе 25 секунд. Давай мне ручку. Ты хорошо так и поворачиваешь? Постучала такая. Постучала, как же? Из Германии кто-нибудь у вас был? На инструкторском? Нет, у меня из Европы только Анна Вильнюс. Жарова, Вильнюс. Вот она у меня. А без цвета сколько секунд? Без цвета, ну, примерно секунд 10 и можно жать. Ни в коем случае нельзя жать очень сильно и резко. То есть все-таки это полимер, это пластик, да, и может просто побелеть в зоне поджатия. О, Ершова. Танюша, привет. В Крыму есть инструктор? Ну, смотря где в Крыму. Какие требования, чтобы стать вашим инструктором? Значит, ну, каждому подход индивидуальный. Я не могу сказать конкретно. Иногда я беру девчонок, Словаш пришла. потому что они мне очень-очень приятны. Вот, и мы вот 6 дней интенсивного курса, то есть мы, значит, боремся за идеальное моделирование. Кто-то попал ко мне, уже, скажем так, профессионалом, кто-то просто имел большое желание работать. Кто-то после курса по повышению квалификации изъявил желание быть инструктором. Все по-разному. Не могу сказать, что вот все как-то одинаково. Вот. Но не дадут соврать мне мои инструктора. Мы очень близкие все по духу. У нас такая шайка вообще мощная. Банда, можно даже сказать. А Да. в Симферополе есть? Нет, в Симферополе нет. Приезжайте, будет. Ой, здравствуйте, Татьяна. Какая Татьяна? А, Миллер, Германия. А, вы же знакомы. Да, я... У меня дочь уже, видите, все знают. Да, те, которые клиенты такие частые, да их попробуй не запомни. А в Питере есть? Нет, в Питере нет. А ты красотка. А, благодарю вас. А в Самаре? И в Самаре нет. Тоже, к сожалению. Как-то все так. Насчет цены инструкторских курсов писать только в личные сообщения Александре. Да. Ну, я могу сказать, что курс шестидневный. Вы получаете право преподавать мой курс повышения квалификации. Аппаратная коррекция тоже по моей технологии. Я могу вас обеспечить материалом, если вы изъявите желание работать на каком-то из тех, что работаю я. Вы берете элементы базового Что курса. такое-то, а? Что? Да поднимается постоянно фигня. Вот, элементы базового курса. Разбить трехдневный курс повышения квалификации на однодневный. То есть получается у вас по сути 6 курсов. База, повышение квалификации, аппаратная коррекция, пайп-миндаль, скво-овал и квадрат. Приезжай в Нижний Новгород с курсом повышения. Приглашайте. А в приеду. Тольятти есть? Нету. Тольятти. В Нижний Новгород я с тобой поеду. Начинается. Мне там есть кому ехать.
А крылатиков наших нет. Германия снова интересуется. Нет еще, девчонки. Ой, пишет, обязательно приеду к вам из Одессы. Должна получить фаст. В Краснодаре есть. Новый цвет, красненький. Слышишь, в Краснодаре кто у нас инструктор? Анна. А... Господи, вылетело мне из головы, божечки. Господи. Дударь. Вот. Сколько сохнет ноготок? Ну, полная просушка у него минута. Этот материал не разжимается в лампе. То есть это невозможно. С ним вот, все-таки это свойство уже ближе к акрилу. Форма. В Москве у нас Саваш. В Подмосковье Саваш. Ивантеевка. Выложим. Истра. Там у меня Лена Маркова. И город Москва Ира Враденко. А в Новороссийске? А в Новороссийске скоро будет инструктор. Она уже буквально ко мне уже записалась, заплатила предоплату. Я вас тоже познакомлю. Так, ну что, начинаем пилить? Пока не поставили еще даты курса онлайн. Мама, надо сегодня даты поставить. Все, срочно. Ой, давай не сегодня. Давай, когда с материалом разберемся, когда завтра придет, я всем все отправлю, и тогда уже примемся за онлайн. А то там столько людей у меня, которым нужно материал отправить. Конечно, СДЭК подвел. Ну, чтобы вы понимали, да, 3 дня груз находится в Ростове, нам только сегодня позвонила транспортная компания. Ну да. Материал, да, завтра будет. А забирать самим? Ой-ой-ой, Германия написала большими буквами, мне страшно. Почему? Ну это все, значит, наверное, будет заказ. В Краснодаре Дударь. Анна Дударь. Я буквально завтра, послезавтра скину официальный список моих инструкторов в России за рубежом. А за формой можно к нам в студию приехать? Да, но только меня сейчас там не будет. Я сейчас это... Когда ты будешь? Не могу сейчас сказать, не помню, надо по записи посмотреть. Все ж по записи. Мне самое интересно, когда она в студии будет. Пилить практически нечего. То есть настолько четкая выкладка. Усики все на месте. По звуку напоминает акриловую технику, уже акриловый материал. В Тюмени есть инструктор? Вообще в Тюмени планировался инструктор, но там что-то у нас никак не связалось. Там есть один хороший человечек, но... Что надо для того, чтобы пройти курс инструктора, мы сейчас рассказывали. Про стоимость, личные сообщения. Да, про стоимость, личные сообщения. Вы должны все-таки владеть техникой арочного моделирования. Но, опять же, у меня ко всем разный подход. То есть мне нужно посмотреть работы. И самое главное правило, в вашем городе не должно быть моего инструктора уже, иначе... Нет, лучше пишите в WhatsApp. Только если не какие-то большие города, такие как Питер, Москва, Екатеринбург. То есть там, возможно, и 2 инструктора. Реально пилить нечего. Вообще практически без нажима работаю. Пишут, что не зовет перископ. Кошмар. Но усы все на месте. Это вот этого, конечно, я кайфую. Кошмар. Пишет, добрый вечер. В Италию Ксюша посылку отсылала. Еще все жду. На таможне по треку вижу застряла. Ну, поэтому, знаете, как тут... Странно. Почта России просто... самая неадекватная почта. Я просто вам в один день с Германии отсылала. Германия уже давно все пришло. Давным-давно пришло в Германию. Странно очень. Я из Калининграда. Надо проработать тему инструктора. Приезжайте. Так, не вращайте. Калининград, приезжайте. Обидно, конечно. Что? Пишет, в Германию пришло за 2 недели. А сколько уже идет? Ну, давно идет. Я отправляла после... Когда ты выезжала в Москву. О, это очень, да. По-моему, следующий день я отправила после онлайна же. В МЭО, где именно города? Не понимаю. Ой, Ершова пригласила читателей. Спасибо, Танюша. Ой, Белоус пришла. Работяшки мои, трудяшки мои. Чулки. 16 февраля я отправляла, пишут.
до сих пор не дошла. Там внутри, девчата, вообще бомба. Пишет, проблема-то можно в Германии не было. А вот что с Италией-то? Пилю настолько нежными прикосновениями, потому что есть опасность, да, что можно все нафиг спилить. Прям вот шлифу. Слышишь, мам? Спрашивают, инструкторы в МО, какие города? В Московской области. Это Московская область? Ивантеевка, Танюшка Саваш и Истра, Елена Маркова. Ох уж эти сокращения. Из Домодедова жду одну девочку. Прям очень хочу, чтобы она была моим инструктором. Белоус пишет, я коррекцию делала 4 часа, больше ржали, чем пилили. Так, дайте я телефон поправлю. Камуфляж это фаст, а прозрачка? Просто хочу заказать. Прозрачка? Прозрачку я покупала в магазине ногтевом, это... Космопрофи. Вот, я пока его заменяю, пока не получу. А Германии нравится наш материал? Очень мне приятно, спасибо большое. Пишет милашка ноготок. По-моему, это было Тавитова, не успела посмотреть. В Тамбове так и не появился представитель? Появился. Буквально мы на днях закончили. Это тоже Анна. Фамилия, господи. Нет, это не фамилия. Это... Анна, господи. Что со мной? Сейчас скажу. Селезнёва. Ой, прикольная вот. Фамилия. Да. Аня, если ты сейчас меня смотришь, не убивай, пожалуйста. С головой вообще все не в порядке. Мне же надо список иметь. У меня их 27 человек, и, естественно, надо каждого помнить. Но поскольку каждая уникальная, их трудно забыть. Все, вылизываем, долизываем. Люблю вылизывать ногти. Саваш пишет, ура, на 27. М? Пишет, ура, у вас 27. На 27. Да. Пишет, Александра, почему вы без ногтей? Или это для курса сам себе мастер? И для этого тоже, и я сейчас сама учусь. Пилка 100 на 100. Остановите меня, люди. Мама, остановись, пожалуйста, это время видела. Германия пишет, я тоже полюбила вылизывать ногти с акрилатиком. Прям вот это такой кайф вообще. Адгезивность материала просто уникальнейшая. То есть, чтобы там были отслои, это постараться надо. Чем легче работать, полигелем или фаст? Ну вот я купила самый дорогой полигель, который существует пока что на рынке ногтевой индустрии. Это гелиш. Ну, он мне не понравился в поджатии, он печет. Что еще? А, и в зоне поджатия оставляет белые пятна. Прям белые такие, знаете, как вот... Ну, как вот пережатый пластик. Ой, как красиво смотрится. Пишет, из Германии много, а Миллер одна. Самое главное, что я ее узнаю. Так, да где топ? Вот он. Ну что, покрываем? Так, быстренько покажем. Ксюша пойдет учиться. Дайте вот это утро. Прозрачненько было видно. Нет, я не знаю. Мне очень нравится прозрачность акрилатика. Мне больше и не надо. Пишет, еще мне нравится, что пыль тяжелая, воздух не летит, когда да. пилите. Это да. Что за песня такая романтичная-то? Она какая-то слишком сопливая. Аж прям в караоке захотелось. Кто-то говорил, что гелиш только для укрепления подходит. Да, он больше подходит для классики, девчонки. Действительно, это так. Я пыталась его приобщить. Не получается. Ой, прочитала каким топором покрыли этот топом. Топором? Топором. Топором ее покрыть. Очень красиво получился витражулька. Слушай. Витражулька. Сейчас покажем все. Жужулька. Такой топ? Тоже скоро. Топ надо забрать из транспортной компании. Блин, ты меня напугала. Господи. Да что, Оксана, там 4 килограмма?
Срочно, завтра. Я завтра кого-нибудь понимаю, из одноклассников пойду заберу. Вот так вот мы, женщины, вот. А что делать? Все сами. С этим рюкзаком, этот рюкзак весит, как я, еще эти 4 килограмма, я не донесу. Мужика тебе надо хорошего. Ага, где? Где? Есть варианты? Блин. У меня есть я. Пишет, Саша, зачем так охать? Я чуть не укакалась от Давитова. Да я сама тут испугалась. Он такая, да мама что? Пишет, Миллер пишет, мужика не надо, насильщика хватит. Насильщика. Изнасилуйте. Изнасилуйте им там топы. Изнасилуйте мой груз. Саваш пишет, что ты красотка. Спасибо. Фу. Сделай так. Как делает Таня Краснова. Сделай так. Ой, Таня, господи, Наташа. Ну, сделай. Не хочу. Ну, пожалуйста. Я их люблю, что я буду их так делать. Давид твой пишет, насильника. Насильник. Прикинь, кричать. Насильник! Насильник, срач! 500 рублей! Не платить еще. Ага, конечно. Насильнику. Изнасиловал, еще и заплатили. Да, пускай топы таскают. Что делать? Я одна не справлюсь. Попы. Попы. Пишет, Саша, похвастайся приобретением. Каким? Не знаю. Наверное, сережки. Ты Седокова, что ли? Не знаю. Давитова. Насильник, изнасилуйте мне 2 чемодана. Если я такое буду кричать, придут не те насильники, которых я искала. И изнасилуйте только топы. Вот такой вот получился. Да, жуки в ушах. Жуковый Сергей Жуковый. Фокус. Усишки все на месте. Все на месте. Вкуснятина. Гляньте, как блестит там внутри. И все это вранье, что он непрозрачный. Он очень даже прозрачный. Кто тебя на руках держит? Это что происходит? Кто это? Я высоты боюсь, они решили тут поиздеваться. Бессовестно. Спасибо, девочки. Дайте вот так сделаю. Ну, прозрачно, девчонки. Ну, вот, ну, не знаю, как еще сказать. Прямо-таки прозрачно. Да, камуфляж тоже красивый. Спасибо большое. Да, сейчас сфотографируем, но он реально прозрачный. Все здорово. Тоже цвета, вот если был бы не оранжевый, а красный, он вообще был бы просто бомба. Ну, опять же, любую форму можно сделать. Тут все чисто, без натеков. Все хорошо. Арка глубокая. Ногти плоские, грызущие. Пожалуйста. Спасибо, что были с нами сегодня. Ой, как он блестит отсюда. Матушки, батюшки. Классно. Кстати, это, по-моему, розовый кварц был. Да, розовый кварц я положила. Спасибо, девчонки. Пробуйте. Отмечайте меня в мастер-классах. Ой, господи. В своих работах. Пожалуйста. Мариночка, я тебя целую. Вот, кстати, скоро в Мурманске появится мой инструктор Маринка. Приедет ко мне в мае. Будем творить красоту. Я заполню всю Россию инструкторами, сяду в своем городе и буду сидеть дома. Прозрачный космопрофи. Прозрачный мы использовали космопрофи. А ногтевое ложе это фаст гель. Витражи Клио. Не, ну как непрозрачный? Да что с фокусом, а? Тихо, фокус-покус. Еще какой прозрачный. Ой, я буду только очень рада. Я все время вижу вас у себя в Инстаграме и в трансляциях. Да, заполню всю планету. Однозначно. Так, банды будем... Это кто? Это кто-то со скрытого аккаунта сидит. Столб ликует очень сильно, да. Спасибо. Че,
Это пока даже не грызи, я это сфотографирую. Ну все, девчонки, спасибо вам большое за внимание. Вот. Я думаю, что завтра получу уже синодиночки, покажу вам еще какой-нибудь мастер-класс. Спасибо за то, что были с нами. Всех целую. Всем пока. Он не выходит из трансляции. Не выходит. Не выходит, да. Спасибо и спокойной ночи. Все? Нет. Перископ не хочет уходить.